Привет, ребята! Смотрите, что у нас есть! Это же раскраски с царевной! Да, то есть со мной. Давай скорее их посмотрим. Тут есть раскраска мультфильм, раскраска царевна, веселая раскраска и раскраска любимые истории. Давай начнем с раскраски мультфильм. Она мне больше всего нравится. Так, еще нам нужны фломастеры. А то как же мы будем рисовать? А вот и наши любимые фломастеры. Давай скорее выберем картинку. Так, ух ты! Тут я и Дима катаемся на роликах. Тут я с мамой. Собачка, а какую картинку ты выберешь? Пожалуй, вот эту. Тут и я, и ты. Ну, давай. Так, ты будешь раскрашивать себя, а я себя. Царевна, меня же вообще раскрасить не получится. Я же черно-белая. Ну да, тогда раскрашивай мои волосы. Нет, я лучше платье раскрашу. Дай-ка я выберу цвет. Хорошо, держи. Какие тут есть цвета? О, вот, возьму красный цвет. Так, ну, раскрашивай. Ой, я пока не очень хорошо раскрашиваю. Стой, собачка, а давай раскрасим, как по-настоящему я. Так, у меня красное платье, да, все правильно. А ты хорошо раскрашиваешь. Давай я тебе помогу. Видишь, как тут все красиво должно быть. Как будто это я сфотографированная. Так, посмотрим. Уже похоже. А кармашек у меня розовый. Надо бы мне его розовым цветом раскрасить. Вот мой розовый цвет. А хочешь ты раскрасить? Оп, держи. Ой, попробуй аккуратненько раскрасить. Ух ты, получается. О, как же ты отлично раскрашиваешь. Давай я дальше сама, а то... Ты меня разрисуешь всю розовую, а кожа-то у меня не розовая. Так, теперь возьмем оранжевый цвет. Будем раскрашивать мои волосы. Но надо будет еще раскрасить рубашечку, гольфики и туфельки. А то я не хочу оставлять их белыми. Это будет некрасиво. Оп, по краям надо быть очень осторожной, а то, если ты выйдешь за грань, то будет некрасиво. Так, ух ты, я уже раскрасила все волосы, здорово. Теперь раскрашу корону, она будет золотая. Ну ладно, ладно, желтая, потому что у меня блесток нет. Поэтому она не золотая. Так, почти готова. Но нужно еще гольфы раскрасить. Какие у меня там гольфики? Зелено-желтые. Да, так и будет. Оп, 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 оп. Так, где у меня красный цвет? Вот он, красный цвет. Красного цвета много каких вещей красного. Например, цветочки красные, мои туфельки красные, платьишко. А еще красное яблоко и фломастер. А еще самое вкусное, что может быть красным, это клубника. Я ее просто обожаю. Туфельки я раскрасила. Теперь буду раскрашивать рубашку. Так, какого она цвета? Голубого. Понятно. Так, а какой же из этих голубой? Вот этот, точно,
Вспомни, это голубой. Ух ты! Получается, как там, на картинке. Здорово! Почти рубашечку докрасила. Эти раскраски очень красивые. Так, и осталось сделать розовые щечки. Оп, я готова. Ребята, а вы тоже любите раскрашивать раскраски с царевной? Если да, то тогда присылайте свои работы на мой инстаграм. Жила-была царевна. За лучшие работы вы получите призы. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока. Пока-пока.